Так, ребятки, всем привет. Хочу показать вам, подписчики вот мои молодцы, сделали программки две. Значит, сделал Лазис Эргашев первую программку. Так. Показываю. То есть он делал, объясняет программу, делал для определения лица с веб-камеры. Давайте попробуем. Так, старт. Ага. Такс. Вот, раз, два, три. Ой, что я говорю? Тут ничего не надо говорить. Вот она лицо определяет, видите? Классно. То есть на базе вот этой программы он может сделать, чтобы определяла цифры. То есть вот это было бы классно. А ну сейчас я это самое. Я, ребята, отдал уже клиентам вот эту штуку, которую мне приносили. Так. Теперь смотрите, на чем можно экспериментировать. На часах, правильно? То есть вот у нас часы. Так. Ну, плохая освещенность. В принципе, понятно. Можно вот на часах будет сделать эту программу, чтобы цифры определяла. Не лицо, а цифры. Так, с этой программой понятно. Теперь вторую программку прислал Макс. Макс Мирник. Так. Вот такая прога. Я такой сразу подумал, что она уже определяет цифры. Давай ей сразу тыкать же в камеру часы вчера. Думаю, ну блин, цифры. А оказывается нет. Он сделал по лампочке. То есть, вот смотрите, нажимаем старт. Так, вот у нас вебка. И теперь наводим на свет. Вот на лампочку, на яркую. И она, видите, пишет, когда яркое место вот здесь посередине. То есть она пишет график. Лампочка включена. Только лампочка погасла, темные места, да, в экране стали. Видите, лампочка это, ну, погасла, вниз показывает график. То есть отлично. Вот как я первый раз задумал по лампочке сделать. Вот сейчас все работает. Просто прекрасно. Программка все классно пашет. Если бы, Макс, вам как-то связаться, может быть, с Лазизом, да, вместе списаться. Может, вы как-то вместе можете объединить эти две программы. Ну, или попробовать полностью записать. Чтобы определяла все-таки цифры здесь, да? Ну, а так, в принципе, классно. Вот уже все работает. Жалко, ту штуку отдал уже клиенту. Но я думаю, будет четко писать. То есть, вот раз на яркое это, на лампочку навел, видите, график пишет. Да, прекрасно. Так, и теперь же, что он сделал здесь? В Excel, видите, нажимаешь. Так, идет сохранение данных. И сразу график строит. Блин, обалденно. А что я не программист, а, ребята? Все, бросаю нафиг вот эти паяльники все. И буду учиться программировать. Да, Владик? Владик сидит там. А Владик это, в какой программе Владик там пытается сделать? В этой. Как? Кибор, да? А, ты сейчас в браузере прямо, да, программируешь? Ну, он сайты создавал там. То есть, что-то в браузере у него получилось, да? А получилось уже? Пока нет. Ну и в Киборе. А в Киборе ничего, там плохо, да? А, то есть есть программа Кибор, там парень написал. И можно, знаете, вот бота сделать, чтобы он там клацал вам по игре, по всякой. И мы думали на базе вот этого Кибора сделать тоже программку, чтобы она распознавала. Ну, нифига там, в дебри в такие попали. Короче, никак. Так, стоп, а как же теперь Excel посмотреть? А, надо выйти, наверное. Опа. Макс, смотри, вот что-то пишет оно. Действительный формат, что-то туда-сюда отличается. Ну, нажимаем, да? О, есть график, ребята, класс. Все четко. Так, просматривать, как его? Ага, внизу тут как в Excel в обычном. Да, вот есть график, построила все четко. Ну, супер. В принципе, вот это вот, даже для той цели, которую я первый раз хотел сделать, вот этого хватило бы с башкой.
То есть я бы его тут видел, когда лампочка была включена, когда выключена. Вот. Единственное, тут еще знаешь что, Макс? Тут надо было сделать не одну секунду. Мне надо, допустим, там было раз в 3 минуты. Вот. А здесь у нас получается, сколько мы максимум? Минимум 0,5 секунд, а максимум... Ага, всего 10 секунд. То есть мало. Если бы до 3 минут вот здесь можно было изменять. Потому что там очень инерционный вот этот был датчик. Долго очень срабатывал. То есть там 3, ну даже до 10 минут, если это не сложно, можно сделать. И тут еще вот непонятки мне. Вот с этими движками я так и не разобрался. Тут help сделал, да? То есть в середине все-таки, да, надо вот это смотреть. Камера должна быть по центру направлена. А я ж по вот этой зелененькой думаю, зачем она по ней направлял. Потом сообразил. Ну вот такая программка. Но мне понравилось. Хорошо. Все работает. В первом варианте вот так вот у меня было. Если я окно сверху открыл и потом закрыл. Вот тут исчезает. Видите? О, сейчас опять исчез, Макс. Видишь? Все, график исчез. Почему окно не обновляется, да? А, может старт нажать? Не, вот видишь, Макс, и исчезло все. То есть, если ты окно сверху наложил, у тебя вот этот график почему-то теряется. Надо тогда только закрыть программу, а потом заново запустить. Не знаю, как там сделать. Наверное, какое-то обновление надо было, да? Так, а ну еще раз стартанем. Ну, а так четко все. В принципе, вообще классно. Если бы еще, ребята, вы видео бы сняли на своих каналах, по, ну вот как вы эту программу сделали, ну, я думаю, было бы вообще интересно всем посмотреть. Там бы сразу на вас куча людей подписывалась бы. Я в первую очередь бы. Мне очень интересно вот программирование было. Но рылись-рылись, говорю, в интернете, ничего не нашли вообще. Только вот эта программа бот, и все. Создаешь бота там на базе нее, ну, в общем, там мрак. Так, ну вот, в общем, так вот. Ладно, ребята, все. Всем пока. Спасибо за помощь. Отлично сделали программки. Так что мне понравилось. Все, всем пока.